К новостям спорта. Футболисты Барселоны обыграли своего извечного соперника Мадридский Реал. Во втором матче Суперкубка Испании и в третий раз подряд, и в десятый в истории стали обладателем этого почетного трофея. Показав несколько красных карточек за драку, начатую на стадионе Камп Ноу мадридскими футболистами в концовке матча, судья дал финальный свисток, зафиксировав итоговый счет 3-2 в пользу каталонцев. В первом матче в Мадриде была зафиксирована ничья 2-2. Первый мяч был забит уже на 15-й минуте встречи. Отличился полузащитник Барселоны Андрес Иньеста. Уже через 5 минут португальский полузащитник Реала Криштиану Роналду восстановил равновесие в счете, но команда Хосепа Гвардиолы еще до перерыва снова сумела выйти вперед. На последней минуте первого тайма цели достиг точный удар аргентинского нападающего Лионеля Месси. На 82-й минуте встречи французский нападающий Реала Карим Бензема сравнял счет, сделав его таким же, как и в первом матче на Сантьяго Бернабео. На 87-й минуте победу хозяевам принес Лионель Месси, побив рекорд результативности экс-капитана Реала Рауля в Суперкубках Испании. Уже в добавленное время с поля за грубый фол против новичка Барселоны Сеска Фабригаса с поля был удален защитник Реала Марсело. 26 августа в Монако Барселона встретится с португальским Порту в матче за Суперкубок УЕФА. А теперь о погоде на следующую неделю.